Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии является неотъемлемой частью работы многих компаний и предприятий. Особенно это важно там, где малейший сбой может серьезно нарушить рабочий цикл. На биологических очистных сооружениях решили эту проблему. На предприятии появилась мини-ТЭЦ. О новом источнике энергии в следующем материале. 500 киловатт электрической мощности и 600 киловатт тепловой. Такие характеристики у новой электростанции. Наладка и запуск оборудования заняли около полугода. И уже около двух недель она производит тепло и энергию. Мини-ТЭЦ работает на базе газопоршневого двигателя, то есть на природном газе, и весьма экологично. Электростанция генерирует в сеть предприятия электрическую энергию и, соответственно, выделяет тепловую энергию, которая используется нашим предприятием для отопления предприятия в зимний период, а также для обеспечения предприятия горячей водой. Мини-теплоэлектростанция работает постоянно и, соответственно, происходит ее окупаемость. Несмотря на то, что оборудование весьма недешево, срок окупаемости электростанции составляет порядка 3,5-4 года. Станция является резервным источником питания. Также с ее помощью предприятие снижает свои затраты. Работает энергоэффективно. Еще одним плюсом является то, что работа полностью автоматизирована. Все параметры работающей станции выведены на диспетчерский пункт. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаметов, Республика.